Ну окей. Поехали дальше. Так. Как только я пойму, за что зацепился провод от моего геймпада. Окей. А, ну, я могу прокачать уровень, я могу вроде отдать что-то куда-то Андре. You've returned. That crestfallen asshole could he handed me this. He's changed a great deal since he left this place. Graven of face, he asked me to give it ye. Меч трава Хокуда. Well, now that that task is concluded, what would you have me smith today? Weapons and but I'll hammer them, they take, so. Ну, отдать ему хрени не могу. Так что, видимо, все. Сток 10. Pretty be careful, I don't. Так, я прочитал описание той хрени. Gracious. Passing fine ash thou hast given. Let this ash be. I only hope. Еще 6 углей. Не уверен, сколько-то углей появилось, по-моему. О, обломки. По 13 000. Да ну нафиг, дорого. И мерцающие чешуя. Ладно. Молнии купить. В смысле, молнии. Сходить к хранителям бездны. Что-нибудь еще новое появилось? Шмот Гундира. Древний шлем из комплекта литой железной брони, принадлежавший чемпиону Гундиру. По форме подобен шлему прежнего короля. Гундира запоздалого чемпиона победил неизвестный воин. Тогда Гундир превратился в ножны для витого меча в надежде, что однажды первое пламя вновь вспыхнет. То есть получается, что тот фаерлинг, который темный, он прошлое? Что он после того, как его победил неизвестный воин, превратился в ножны? Обмазку, но зачем? Коленях. Вроде не волки, но что-то там такое непонятное есть. Скорее будущее. Не, ну с одной стороны там темно, трупы и прочая хрень, но с другой стороны там Гундир, который там, он еще не стал ножными, он еще не стал хренью, что из него вылезает хрень, когда его ткнешь. С другой стороны, он скорее настоящий, учитывая, что он расположен в обычном мире, а этот в телепорте текущий. Ладно, пофиг. Так, да. Послание от Хоквуда, которое хранил кузнец. Окровавленный лист меч травы, принадлежавший Хоквуду, дезертируя из легиона нежити. По традиции, легион нежити посылает самые веские послания с листом меч травы. Приходи в мавзолей Фарена, только одному суждено ступить на тропу древних драконов. Что?
Стоп. А, сюда? Он будет меня пытаться убивать? Да, мог бы попросить, я бы тебе отдал. Наркоман, что ли? О, точно, у меня же все еще это кольцо есть. Оу. Он тоже умеет парировать. Причем больно. Вау. Какого хрена? А, мне стамина все сожрала. Окей. Лол. Этот разворот при чарджа. You are a dragon. More dragon than I. Камень, пропитанный силой присносящих драконов, который был принесен гигантскому дракону. Позволяет получить голову дракона и драконье дыхание. Это иллюзия, первый пример достижения человеком формы архидракона. Демонстрирует ничтожность человеческого существования. А путь к старым драконам долг и труден. Лишь один человек сможет пройти его до конца. Упс. Надо броню снять с себя. Страшные они, конечно, в этой части. Что? Окей. Так, нет, я не сюда иду. Я, в принципе, вообще не туда иду. А здесь. Сколько у меня этого? Этого у меня одно, окей.
Потом, как на DS1 текстуры DSFX новые натянуты, будет норм дракон выглядеть? Не будет. Тут текстуры не помогут. Пойду протестирую на мобах, что ли. Это дыхание. А. Так. Ну, оно как-то очень через жопу попадает, и дамага мало. Ну окей. Если я умру с кольцом жертвы, оно мне оставит драконье тело или нет? Потому что я не хочу драконье тело, но я не хочу тратить 34 тысячи душ. Окей, ура. Какую бы броню взять? Нет, не элитного. Нет. Нет. А вот это ничего так? Кстати, да. Вот это неплохо сочетается. Если бы только не эти волосы сзади, было бы офигенно. Я купил, по-моему, все части брони танцовщицы. Ну, перчатки, допустим. Спаги мне ее не очень нравится. Рыцарские как-то получше. А шлем танцовщицы вообще говно. Хотя этот шлем тоже не очень. Почему они не оставили из первой части маску вора, которая просто маска без капюшона? Она же такая офигенная была. Тут есть, конечно, вот это, но она хуже. Сильно хуже. Голову дракона оставлю. А, кстати... Не. Не оставлю. Пофиг. Капюшоны ничем не провинились, но они мало с чем сочетаются хорошо. И капюшонов в игре полно, а так была офигенная маска одна. Welcome.
Very well, then taken. Самый дурацкий шлем взял, но он единственный нормально сочетается с этой броней. Farewell, Ashen One. May the... Ноги. Не, это вообще хрень. Эти ничего так вроде. Танцовщицы мне как-то не нравятся. Они какие-то слишком черные и непонятные. Ноги Арториаса. Лучший шлем. Жаль, я не маг. Да, маска, кстати, говно абсолютно. Вот это. Вообще, шлемов нормальных, на удивление, почти нет. Нормально выглядящих. Которые сочетались бы с разной броней, а не только с той, которая у них родная. Пофиг, на дефенс буду ходить без шлема. Ну или так, да. Или так. Тряпка на лицо, она страшная. Она слишком тряпка. А, это. Ладно, пофиг, поехали. Стучать колокол. Корона, что у старухи продается? Какую корону? Эту? Так. Шлем. Так, нет, это не только шлема. Это все хрень. 15 тысяч. Ну, у меня полно всяких консервов. Это, по-моему, 2, да? 20 даст? Да, 20. Так, стоп, где эта корона была? А, вот она. Маску Смога. Да ну, корона так себе. Она, конечно, нормальная, но с этой броней не очень сочетается. Пофиг, буду ходить без шапки. Рядом с костром церковь Ёршики стоит огненная ведьма, на ней легко фармить вещи, у нее обалденный шлем. Надо будет сходить потом. Так...
Может, надо было еще дракона убить и лут подобрать, я где-то там пропустил один. Что-то тут поменялось немножко как-то. Понятно. Это боссовский туман такой? Видимо, да. Я думаю, факел и лук мне не нужны. Я думаю, мне нужно третье кольцо какое-то. Точнее, четвертое кольцо какое-нибудь. Вопрос в том, какое? Более крутые перекаты? Повелитель шторма. Чувак, у меня в честь тебя меч назван. Надо было, наверное, обмазать все-таки. Исток. Окей. Почему лок перекидывается с птицы на чувака? Я хочу птицу тыкать. Ау, окей. Больно. Не, меч назван не исток в честь него, меч назван... Вот этот почти в честь него. Но это не повод. Лучшая камера в серии. Да, есть немного. Птица. А, птица, не на меня приземляйся, рядом приземляйся. Тупое животное. Окей, дамага у него много. Это не помогает, по-моему. Вместо стальной защиты... Ну, он физикой молнии дамажит вроде бы, кстати. Так может быть или нет? Вот так может быть. Больше жизни немножко поможет. И надо все-таки какую-нибудь шапку взять.
пофиг. Тупая курица перестанет меня уворачиваться. Перестань на меня падать, когда тебя не видно. Хотя бы у курицы очень немного жизни. Ау. У чувака на курице очень много урона. Это как бы немножко мешает. Ау, курица дышит огнем. Это курамид? Черная курица курамид. Окей. У курицы мало жизни, но дамаг нормальный проходит только в голову. Рано перекатился. А, блин. Это кольцо мне явно не нужно. Что у меня до этого вообще было? До того, как я начал менять кольца на всякую хрень. Со львом, возможно, поможет. Косу взять. Она, конечно, на 2 уровня ниже. Урон падает. Причем прилично так падает. Хотя коса будет намного лучше попадать. Нет, дамага в 2 раза меньше. Курица, ты чего? Это приземление курицы, которое хрен поймешь, когда, как и зачем. И как от него уворачиваться. Она меня очень напрягает.
Окей, дыши огнем. И убивай меня, видимо. Сюда не дыши огнем. Ну нафиг. Ой, я еще жив. Класс тебя. Чувак, зачем ты взорвал свою курицу? Безымянный король. Окей. Курицу надо каждый раз убивать. Где у меня стрелы? Мелкие? Обычные. Нет, это определенно неправильный урон. 185 неплохо так. 200 даже. А, не успел перекатиться. Рано перекатился. Камеру, что ты делаешь? У какого-то лука, да, есть скорострельная атака. Не у этого. Ну-ка, такой стрелой. Такой стрелой я промахнулся. Два раза. 161, хуже. Ну, наверное, в ближнем бою можно и исток взять. Хотя лучше просто не быть в ближнем бою. Что ты делаешь, курица? Не быть в ближнем бою сложно, когда противник занимает 90% арены и может дотянуться до оставшихся 10.
Ну нет, лук не помогает. Коса тоже не помогает. А, души нет. Как мне отсюда теперь вернуться назад? Окей, видимо, назад мне вернуться. А, стоп. Так. Что у меня еще есть из оружия? Нет, ни заклинания. Оружие, все выложить нафиг. Да-да-да. А луки, в принципе, тоже выложить нафиг, кроме... Ну, потом назад возьму, что нужно. Так. Теперь... В этой фигне 130 крита можно будет прокачать. Сторский, шипастый, меч тьмы. Говорят, меч тьмы офигенен, если его качать в силу. Иритильский, меч Анри. Говорят, офигенен, если качаться в удачу. Потому что он от удачи хорошо скейлится. Плюс дает реген жизни, плюс имеет хороший стат сам по себе. Его точить во что угодно можно. Черного рыцаря я не могу использовать. Убийцы нежити. Я могу прокачать, кстати. Или правосудие. Нет, лучше убийцы нежити, наверное. Он хотя бы просто физический. Изогнутое всякое говно. Катану можно какую-нибудь. Лучше катану, наверное, тогда. Люцерн? Жаль, черный рыцарь 28 силы требует. Пойду что-нибудь из этого я заточу. Грабли бери, все норм будет. Это же виллы, а не грабли. Так, надо муфсет посмотреть всего. Ну, меч тьмы, он хороший, но не для моего билда, наверное. Он более силовый. Убийца нежити, это меч мира. Он вертикально же бьет? Да, он вполне вертикально бьет. Еще как. Мучигатана. Тоже вертикально. На 5 ударов хватает, а миры, по-моему, тоже на 5. Даже на 6. Вау. На этом персонаже я наиграл что-то типа там 33, что ли, часа, учитывая сегодняшний стрим, сколько он уже идет. Но я им часто авкал после стримов. То есть уходил там есть или еще куда-нибудь оставлял персонажа. В персонажа. Ну, слаб я не буду на это тратить. Но так сойдет. Ну и катану тоже можно пробурить до 6 хотя бы. Ready.
392, 276, 334. Ну, попробую с этим. Алебарда против этого босса не очень, я думаю, потому что у него выпады сплошные. Следующий стрим, скорее всего, послезавтра. А, стоп, оно не обмазывается? Что? Но почему? Ладно. Меч тьмы в квалити на плюс 10 выдает 460. Ну, он базово скейлится от силы лучше, чем от декса, а у меня дексовый билд. А заточить его в дексу я не могу, потому что у меня камней нет, а фармить их лень. Какой же этот замах безумный. О, да, хорошо. О, да, дыши огнем. Идеально. Лок. Нет, от этого я не умею уворачиваться. Оружие из боссов не обмазывается. Ну так неинтересно. Так, я не туда выхожу. По ногам ему урон вообще нифига не проходит. То есть по голове я его бью 300, по ногам я его бью 50. Окей. Приземляется. Не взлетит? Окей, я увернулся от этого говна. Почему он не взлетает? Ау. Нет. Не в этом плане я имел в виду. Взлетает, не взлетает. Люцерн, скорее всего, здесь очень хорош будет. Учитывая, что он, по-моему, уязвим к выпадам. По крайней мере, выпады его больнее дамажат, чем все остальное. Ну, чем все остальное с тем же самым оружием.
Кольца с красным камнем у меня еще нет. Ну, я примерно понял, как его убивать. Примерно. Я все еще не умею от всего идеально уворачиваться. И камера все еще говно, что лог сбрасывается постоянно. Окей. Сейчас он в меня налетит. Сейчас он приземлится, сделает пару атак милишных. Еще разок. Рано перекатился. И сейчас дракон будет дышать огнем. Что является хорошим поводом постукать его немножко. Теперь взлет. Огонь. Да, дальность постоянно неправильно оцениваю. Чувак, ты в стене застрял немного. Ты в курсе? Я зря пью эстус. Хотя нет, нормально. Сейчас еще пара милишных? Нет, не будет пара милишных атак. Он сменит направление. И сейчас пара милишных атак, окей. И вот это вот говно. От этого говна я не знаю, что делать. У меня очень редко иногда получается от него вернуться. Но реально очень редко. И теперь он снова дышит огнем. Этот выпад. Не, лог помогает. На слух я не могу от них доджиться, а лог помогает видеть, что он делает. По крайней мере, пока он летает. Ну и на земле тоже, в принципе, помогает очень. Видеть, что чувак делает в этой заставке, я уже видел. Окей. Нормально, он промахнулся. Ау. Он, кстати, специально до меня не долетает своим чарджем. Так и должно быть. Ау. Окей. Да почему меня спавнит лицом туда? Месток, может быть, на нем получше будет. На самом боссе. А, он сразу дышит огнем, ну нифига себе.
Он поменял свой мувсет. Паттерн скорее. А пофиг. Я не понимаю. Да, по ноге 53. Не очень хорошо. Хрена. Не успел. Я же бафал меч. Какого хрена? Его можно парировать, кстати? Думаю, нет. И не очень хочу проверять. Да, блин. Сток на этом боссе хрень, потому что он попадает только по морде дракона и через раз, и не дамажит нифига из-за этого. Ну, то есть он дамажит больно, но я этим мечом успеваю за то же время в два раза больше дамага выбить исключительно из-за того, что я просто попадаю каждым ударом. Ну, не каждым. Ну, почти каждым. Иди нафиг со своим электричеством. И в принципе дамаг по эффективности примерно такой же. То есть что я эстоком за дыхание огнем столько же урона выбиваю, что этим, может там разница в сотню. Перекатиться, когда я нажал перекат. Не? Никак? Какая же у него дальность на этом огне? Ладно, я не думаю, что мне стоит пытаться его парировать.
Может, его и можно? Но то, что можно, это не значит, что стоит. Достанет. Этот босс выглядит так, как будто его первую фазу проще убивать луком. Не сильно проще на самом деле. Это почти так, но все-таки не совсем. Ладно, попробую исток на первой фазе, но не знаю. Далековато. Ну, урон у истока такой же. Количество ударов такое же получается примерно за каждый шанс нанести ему урон. Но при этом попадать сложнее. А, я был жив. Окей. Почему бы это? Стоп, зачем я исток взял опять? Я затыкаю тебе ногу. А, он умеет топать. Я не затыкаю тебе ногу, окей. Тупая курица. Я труп? Нет. Ну, да. Правильно, дыши. Что это за тупые молнии, когда он дышит? Видимо, когда я его стаггерю, когда он... А, нет, это огонь, это не воздух, окей. Когда я его стаггерю, пока он дышит, этот чувак сразу молнии контратакует, так что от нее невозможно увернуться, потому что я во время анимации атаки. Или что? Или я что-то не понимаю. И почему ему второй раз не получается глаз оторвать? Пофиг. Я смирился с тем, что я не могу увернуться от этого говна и получаю от него кучу урона каждый раз. Это я зря.
Это я тоже зря. А, блин. А труп? Не, я не труп, потому что я лежал вот все это время. Если бы я встал, я был бы трупом. Привет, огонь. Пока, огонь. Чувак, я тебе курицу сломал. Сейчас-то можно? Сейчас-то можно. Рано, но сойдет. Упс, окей. После прыжка он еще раз бьет, теперь я знаю. Эти выпады с задержкой. Окей. Трекинг безумный. Куда же без него? Не успел перекатиться.
и успел перекатиться. Уголь скушать, кстати, может помочь. Их 11 всего. Зато сколько сразу жизни. Есть ли у меня что-нибудь, что мне может помочь? Не супер. Блочить, кстати, да. Но нужен щит с нормальным блоком молнии. Пилюли от молнии очень мало дают. Они дают 10% резиста. Щиты. Молния 45. Я бы 100% физику и еще молнию нормальную. И еще, чтобы я мог это использовать. 52 на черном рыцаре, это, по-моему, максимум, что я могу найти. Вот эта хрень, в принципе, юзабельна. И все. Щит рыцаря Лотрика. Я что-то пропустил? У меня такого нет. Щит Хавеля есть, но его я не могу использовать. Этот я тоже не могу использовать, этот я тоже не могу использовать. В общем, все большие я не могу использовать. Ладно. Звук переката, когда на щит приземляешься. Я хочу посмотреть, насколько молния дамажит курицу, учитывая, что курица огненная. Так себе дамажит. В первой фазе щит не поможет, он мне на вторую фазу. В первой-то пофиг. Опс, это то, что я хотел сделать. Окей. У меня в инвентаре еще два щита, они не норм. У них у всех меньше молнии.
Рано? А, не рано, все нормально, он дышит. Перестань дышать. Опс, я далековато был. Я тебе сказал, перестань дышать. Улетел. Все нормально. Рано, хотя пофиг. Лок. Ну, я нашел босса, на котором абсолютное говно, камера, лок и прочее. Так что теперь я знаю, какой босс худший в этой части. Пока что из увиденного. Где-то на уровне Арнштейна и Смога и чуть лучше дерево по неиграбельности. Да, по неиграбельности. Дерево из первой части, которое кровать. Без лока я не вижу, что он делает, и он меня убивает. Потому что я не вижу, что он делает. Потому что без лока это говно вообще непонятно где и непонятно что делает. Я умираю в основном, когда у меня сбрасывается лок, в тот момент, когда он взлетает или еще какое-нибудь говно делает. Ну и...
Еще там пара вещей бывает. Вот что без Лока. С Локом я иногда вижу, что он делает. Хватит спамить про Катану Хаоса, я не буду качать Катану Хаоса. Учикатану еще может быть, но мне лень. У меня нет титанита, мне лень его фармить, и мне тем более лень фармить души, чтобы его покупать. Так что апгрейдить я ничего больше не могу. Как, кстати? Терпимо. Рано перекатился? Да, совсем рано перекатился. Если уж что-то качать, то я скорее прокачаю арбалет, чтобы я мог держать в одной руке Great Shield, в другом арбалет и его расстрелять тупо в первой фазе. Это будет намного более простым вариантом. Вот это вот говно, я не понимаю, когда он делает это говно, а когда дышит огнем, и я не понимаю, что с этим говном делать. Я труп. Не, надо же, успел. Ну, я был бы не труп, потому что этого не хватило бы, чтобы меня убить. Но все-таки. Окей. Не окей. Совсем не окей. Ну, вообще не окей. Настройки камеры тут абсолютно не помог. Настройки камеры — это то, насколько камера что-то пытается делать, когда у меня кусок стены мешает. То есть, когда я вот так вот. В этот момент настройки камеры что-то делают. Где она тут? Она по-разному работает. А, труп. Ну, не труп, но урон получил от этого. Я труп, потому что я понятия не имею, в какую сторону мне бежать, чтобы под огонь не попасть, потому что камера.
хотя бы музыка хорошая. Почему у него сейчас залучена курица, а не чувак? Почему у меня сейчас был заучен чувак, а не курица, когда я смотрел в сторону курицы и нажал лок? Окей. Окей. Далеко от него быть бессмысленно. Окей. Достаточно близко. Тут еще не поймешь, насколько далеко я от него, потому что он... Потому что земли нет, фона нет, ничего нет. В основном поэтому. Что? Что ты делаешь, наркоман такой? Ничего, что у меня залучен был противник, а?
Хорошо. Это тоже нехорошо. Окей. Вторая фаза мне нравится, вторая фаза хорошая. Если бы не было первой, это был бы хороший босс. Может быть, один из лучших. Тройной щит на спину. Он почти не помогает. Хотя... У меня его с собой нет. Да, блин. Вот нельзя было сделать нормального босса без этой первой фазы с тупой курицей. А попасть? Сойдет? Рано? Хотя нормально. Так, я зря отхожу. Видимо, он меня не попадет, можно отхилиться. Где он вообще? У него нет таких очевидных атак, после которых можно отхилиться, там, подождать, ударить его. У него не все выглядят так, как будто он их может продолжить в комбо. Это немного напрягает. Не успел. Ну, вот это вот, да, во время этой можно отхилиться. Но он ее очень редко делает. Ну и это. Ну и он тоже довольно редко делает. Этот безумный трекинг на этом чарджа. Не успел. Я зря так.
Ему бы столько же жизни, сколько курица. А то он-то устават как-то. Либо у руки очень кривой тайминг парирования, что вполне возможно, либо он все-таки не парируется. Потому что вроде как вовремя нажал под эту атаку. Это я зря. Это я очень зря. Ну, я тут кончился. Веселье. Ну, почти кончился. Он еще и так умеет. Он еще и так умеет. То есть у него еще две фазы. Вообще офигенно. Окей, с этим я не знаю, что делать. Ладно, еще одна попытка. И все. Так, мне не нужно это говно. Мне, в принципе, не нужно это говно. Мне, может быть, нужно это говно. Ну, если одна попытка, то можно просто уголь съесть. Нафиг. На вторую стадию обмазку бы на кровотечение. Но этот меч не обмазывается. Теперь опять эту тупую курицу убивать. Заряженную атаку смысла делать нет. Я так больше надамажу. Это так, если на него один удар остался, тогда заряженную можно. Ну, то есть, если заряженный его добьет, там, может, два обычных удара или два с половиной. Что ли? Нет, надо же. А что, я вообще без урона убью без взлетов? Видимо, да. От этого чарджа раньше времени перекатываться вполне можно. Что удивительно, учитывая, что это граб.
То есть там довольно большое окно для переката. Опс. Опс. И упс. Ладно. Ну тогда в следующий раз послезавтра его убью. Ладно, спасибо за просмотр. Надеюсь, всем понравился стрим. С вами был Ваймс. Пока.